вечеринки опять. Так, ладно. Ага. Я могу все это сделать быстро. Вот и все, да? Да, все. А где ты? Будьте бдительны. В этом районе... Вот так, дамы и господа, с помощью кусачек можно поднять революцию. А вам слабо? Это не я. Стой на месте! Отца! В зоне была замечена террористическая... Сохраните спокойствие и помогайте следовать. Нехорошо так делать. Пусти домой. Это только для детей, слезь. Очень плохо. Аптечек-то нету. В зоне была замечена террористическая активность. Сохраните спокойствие и помогайте следовать. Аптечка. Полцарства за аптечку. Ну да, конечно. Среди жителей Эрлстона ходят слухи о фруктовом саде на одной из крыш неподалеку от тебя. Если ты сможешь добраться до него, мы пришлем людей, которые о нем позаботятся. Пожалуйста, дайте аптечку. Мне жизнь не в кайф без аптечек. Так наверх-то залезть нормально. Нужно было поесть перед тем, как бухать. Сообщение для 9-го отряда посредников. Сообщите в центр связи свои личные номера. Прекрасно, Брэди! Теперь район поддержит нас! Как ты это протащил сюда? Скажи, что здесь есть что-то, что мне нужно. Сообщение для 9-го отряда посредников. Сообщите в центр связи свои личные номера. На землю! Ты что делаешь? Ты лжешь. Что ты задумал? Вы взяли не того! Прекрасно, Брэди! Теперь район поддержит нас! В этом районе произошло нарушение правопорядка. Оставайтесь на своих местах и будьте готовы помочь миротворцам в их расследовании. Не, я здесь явно не останусь, пока они там будут разбираться. О! Радио! Сад на крыше над этим пунктом подготовлен. И опять две ачивки. Что-то щедрые на ачивки люди. Ребята... Аптечка теперь нам есть? Известно о фруктовом саде, уже не и надо. Мы сможем оберегать его от внимания КНА и позаботиться о том, чтобы продукты попадали к нуждающимся. Молодец. Закончить работу и начать завершающие процедуры. Смотреть на этих чучек. Так. Что у нас есть еще? Ох ты ж. Прыжок так прыжок. Хи-ху! Чувствую себя дурачком. Да то с деньгами. Патрулирование прошло.
прошло не так гладко. Не то слово. Еще бы я там был. А я спрыгнул. Сельхозкомандам и ремонтным командам приготовиться к возвращению. Никто не влетит. Братья, это Бернет. Я слышал, что сделали с Недом. Устроили беспорядки в Эрлстоне. Ты когда-нибудь задумываешься о последствиях? Нет. Погибнут люди, братья. КНА пойдет на все, чтобы предотвратить беспорядки. Ты не имеешь права рисковать жизнями невинных людей. И не важно, для чего это нужно. Ты не имеешь права! Будьте бдительны. В этом районе могут... Молодец! Каждый такой поступок привлекает к нам людей! Прекрасно, Брэди! Это хорошо. А 15 долларов еще лучше. А можно мне на личных счетах? Это не я. Я не террорист. Я так... добренькой. В зоне была замечена террористическая активность. Сохраните спокойствие и помогайте следственным группам. Казалось. Так. Теперь все-таки... Куда ты идешь? Привет. Молодец, Брэди! Так мы привлечем больше людей! Я вообще людей привлекаю на ура, походу. Стоп. Походу я мимо прошел, да? А где? Обеспокоены тем, что Новый Орлеан... Новый Орлеан, Новый Орлеан. О! Магазин это да. Мне нужен Сникерс. Жесткий диск тоже сойдет. Ну, может, все-таки Сникерс? Аптечка? Ну, неплохо. Консервированная фасоль? Пожалуй, откажусь. Думаю, я это не переварю. Так, ладно, зашмонаться зашмонались. Она... Да, еще есть. Аптечечка. Спички, аптечки. О, господи, сколько петард. Все мое. Восстановленный дневник 02. Сегодня был первый бой. Настоящий хаос. Оживший кошмар. Чучхейцы появлялись, выбегая из дыма и огня, как демоны, пришедшие за грешниками, чтобы уволить их. Уволочь их в ад. Хотя уволить было бы смешнее. Ты просто стреляешь туда, откуда прилетают пули, и молишься, чтобы они не попали в тебя. А потом все заканчивается. Пыль седает, и ты понимаешь, что ты только что убил другого человека. Живое существо, у которого были друзья и семья, как и у тебя, и который делал все то же, что и ты. Чистил зубы зубной щеткой, слушал музыку, строил планы, и, вероятно, любил женщину.
Ну, а возможно, он был геем и чистил зубы зубной нитью, но их, видимо, люди не считают. Наверное, сегодня утром они смотрели на тот же кусок неба, что и ты. А теперь всего этого нет, потому что ты нажал на спусковой крючок. Я думаю, что убить другого – это худшее, что может сделать человек. Я знаю, что мы боремся за свободу, но меня тошнит от мысли, что я лишил кого-то жизни. Я не хочу, чтобы на моей совести было убийство, но теперь от этого никогда не избавиться. Сегодня я уйду из сопротивления. Где этот козел? Я убью его первый. Я потратил на эту зарядку своего телефона, а? Сопливый. Кирпич. Не сработало. Так. Неплохой магазин, чё. По крайней мере, молотов можно здесь собрать. И кирпичи. Ладно. Продолжаем наши грязные делишки. Еще бы я видел, куда иду. О, наверное, сюда. Ого-го, прям праздник. В момент, когда ничего из этого уже не надо. Вроде все. Тихо. Ломать. Блин, не прокатило. В следующий раз буду бежать быстрее. Оживить. Ну и на сколько вот раз меня обомжатили? На 17 ценных вещей. Печально. Ну то ладно. Как будто мне долго набрать их обратно. Все? Какой дом? Меня пытаются убить.
Ой-ой, туда мне точно не надо. Сложнее. Могут и действуют. Пожалуй, хватит.